Депутаты трех городских округов – Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского – собрались вместе в Щелковском колледже, чтобы с педагогическим коллективом обсудить вопросы, стоящие перед средним профессиональным образованием. Действительно, у нас колледж большой. В колледже обучается 4400 человек. Да, в 9 отдельных территориях, расположенных в трех городских округах. Обучаем мы по 55 специальностям и профессиям. Пытаемся полностью удовлетворить потребность в кадрах всех наших предприятий. Развитие студенческой общины, повышение академической успеваемости и улучшение условий обучения – эти и другие вопросы обсудили участники встречи. Были высказаны идеи организации профориентационных мероприятий, помощи в поиске студентам стажировок и в трудоустройстве после окончания учебы. Важность таких встреч для решения вопросов студентов подчеркнули все участники, договорившись чаще проводить обсуждения в таком составе. Все понимают, качество образования сегодня – это наше будущее завтра. Будущее. Мы сейчас говорим о будущем нашей страны, да, и чем больше мы будем заниматься профтехобразованием, образованием, тем, в общем-то, и лучше у нас будет будущее. Мы вроде бы в разных округах находимся, да, но задачи у нас одни и те же. У нас шикарнейшие просто-напросто и колледжи, и техникумы с шикарными востребованными специальностями, с большими перспективами, и с перспективами трудоустройства на территории нашего городского округа. Вот, я думаю, что для ребят это важно. Будем расти и развиваться в своем городском округе. Виктория Мельник, Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.